Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор чекинг. Часть 2. Задание 266. Белый медведь сначала прошел 5 километров строго на юг, потом 4 километра строго на восток, а далее 5 километров строго на север. В итоге медведь оказался в том же самом месте, из которого начал свое путешествие. Как называется это место? Для ответа на поставленный вопрос воспользуюсь результатом решения предыдущего задания. В предыдущем задании, в 265-м, там речь шла о движении по меридиану и параллели. И здесь мы воспользуемся этим примером. Почему? Потому что в условии сказано, что белый медведь прошел строго на юг. А чтобы двигаться строго на юг, то медведю нужно двигаться по меридиану. А затем, если сказано, что он прошел строго на восток, то ему нужно двигаться строго по параллели. Ну и дальше он опять должен двигаться по меридиану, только в противоположном направлении, потому что вначале он двигался на юг, а потом он двигался на север. В предыдущем задании было сказано, что такая точка, из которой можно выйти по меридиану, потом пройти по параллели, а потом вернуться по меридиану, является полюсом. Значит, если мы рассмотрим северный полюс, вот он, северный полюс, и если мы будем двигаться по меридиану, ну, здесь плохо видно, но вот так я могу, вот так по меридиану мы будем двигаться 5 сантиметров, это мы будем двигаться с севера на юг, строго на юг, потом мы будем двигаться в восточном направлении, это значит направо, направо-восток, вот сюда по параллели 4 сантиметра, а потом будем двигаться строго на север, значит, мы будем двигаться по меридиану, то мы попадем в ту же точку, эта точка будет северный полюс. И такая точка на самом деле одна, потому что если мы рассмотрим южный полюс, то, во-первых, как можно с южного полюса выдвинуться на юг? Юг – это и есть юг, южнее нет ничего южнее, чем южный полюс. Это первое, значит, южная точка нам не подходит, южный полюс не подходит. И еще он не подходит, потому что на южном полюсе медведи белые не живут. Белые медведи живут только в Арктике, а это северный полюс. Поэтому ответ на вопрос, какой у нас вопрос, в итоге медведь оказался в том же самом месте, с которого начал свое путешествие. Как называется это место? Это место называется северный полюс. Вот теперь все. На все вопросы задания мы ответили, поэтому задание выполнили. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.